Как смазать формы маслом? Здесь самое простое. Наливаем масло. У него здесь налито. Сюда можно даже чуть-чуть добавить, потому что форма большая. Здесь масло из-под пирожков. Оно даже лучше для смазки пойдет. Более такое будет гладкое. И здесь наверх. Можно смазывать вот эту вот внутреннюю часть. Я смазываю просто руками. Тем более, когда вы работаете с гипсом, в любом случае нужно для рук либо масло, либо крем. Я смазываю руками, тем самым я экономлю дорогущий крем для рук. И смазываю руки и форму. Как бы два в одном. Так, большие формочки маленькой кисточкой, конечно, не смажешь. Поэтому можно использовать любую старую кисть. И мы пошли. Все стеночки смазываем. Небольшой секретик. Обычно все смазывают только до той линии, докуда будут заливать гипс. Вам советую всегда смазывать полностью всю поверхность, даже вот эту, для лучшего выхождения гипса из формы. Потом при большем опыте вы это поймете. Чем больше будет смазана поверхность и сильнее,